Всем привет, с вами канал «Все для огорода». У меня было 5 пачек творога, 2 яйца, кружка сахара, мука и немножко соды. Значит, состав 5 пачек творога, кружка сахара, пол чайной ложки соды. Вот, все это дело сахар с творогом размешиваем и содой. Соль не добавляем. Вот. Потом разбиваем 2 яйца, опять творогом все смешиваем. Добавляем муки. Опять все смешиваем. И вот на противень смазываем растительным маслом. И, еще в творог я немножко добавил растительного масла. Чуть-чуть. Можно сливочного добавить. Немножко. Где-то, миллилитров 100 примерно. Вот. И все сделал шарики. Смазал противень растительным маслом. Делал шарики. И вот руками немножко примял. Вот так вот сделал, правда, неровно. Ну, как раз пойдет на еду нормально. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Здесь вот эту кастрюлю замешивал я. Вот сейчас буду выпекать при температуре 180 градусов. 35 минут, ровно 35 минут. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Вот, я назвал дранки или драники творожные. Спасибо за просмотр, всем пока-пока. Приглашайте на чай, на кофе, обязательно зайду. Спасибо за просмотр.